Открытие первого международного туристского форума, инициатором которого стала администрация Сочи, не случайное, ведь, учитывая международный опыт, как правило, после проведения Олимпиады поток туристов уменьшается. Это связано со многими факторами – ценовой политикой и использованием в основном спортивной инфраструктуры. Тем не менее, стратегия Сочи в развитии массового туризма показала неплохие результаты. С января по октябрь курорт посетили почти 5 миллионов туристов. Впереди открытие горнолыжного сезона, который уже обещает быть успешным. Тем не менее, как не раз подчеркивали во время пленарного заседания спикеры, приоритетной задачей остается дальнейшее развитие уровня сервиса, гостеприимства и создание новых интересных предложений, как, например, чартерные перевозки и система «Все включено». Во всем мире именно внутренний и въездной туризм является основой туризма. К сожалению, за 20 с лишним лет существования новой России туризм во многом воспринимался и продвигался именно как туризм выездной. Но выездной туризм – это, если хотите, экспорт капитала, это вывоз капитала. Мы же хотим, чтобы туризм выполнял функцию развития экономики нашей страны. Олимпиада позволила укрепить имидж России на мировой арене как ведущей туристической зоны. Сочи готов предоставить разные виды туризма – горнолыжный, морской и лечебно-оздоровительный. У курорта есть и замечательный морской порт, который летом принял около сотни круизных судов. И развитие морских перевозок нужно продолжать. Вот только вопросы чартерных перевозок решить пока не удается. Надо формировать турпродукт. В этот турпродукт входит сама путевка, то есть проживание, лечение, оздоровление, питание, экскурсии, а также перевозки. Вот перевозки должны входить. Человек, который покупает услугу туристическую, он должен купить ее. Вот оно, готовое. Предприниматели, туристические агентства, санатории, отели и здравницы, которые уже зарекомендовали себя, продолжают работать в плане развития. Ежегодно предлагают туристам свои уникальные предложения. Вот и сейчас более 200 участников из разных регионов России приехали на курорт, чтобы показать свою деятельность на традиционной международной выставке «Курорты и туризм», которая проходит в рамках форума. Это практически все санаторно-курортные гостиничные предприятия города Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Кавказские минеральные воды. Сегодня у нас впервые приехали представители Ленинградской, Вологодской области, Алтайский край и многие другие регионы. Но не только гостиничные предприятия должны работать в сфере гостеприимства. Каждый гость, посетив Сочи, должен получить массу впечатлений и запомнить этот курорт как город-праздник. И в этом немалую роль играет декоративное украшение и реклама города. Так креативные и яркие решения в оформлении фасадов, вывесок, контурных и архитектурных подсветок и много других вариантов освещения вот уже на протяжении 9 лет предлагает рекламно-производственная компания «Магия света». Это предприятие не первый год участвует в выставке «Курорты и туризм». Его руководители отмечают важность проведения в рамках этого мероприятия и такого значимого события, как туристский форум. Это, конечно же, новый уровень, новый какой-то шаг вперед. В принципе, как во всем городе, да, это вот развитие города способствовало этому, конечно же, проведение Олимпиады, не иначе. Вот. И мы готовы, опять же, развиваться дальше, идти вперед вместе с городом и как бы продвигать город. И хорошим продвижением города становится событийный туризм. В этом году Сочи уже провел более 100 мероприятий, в том числе и международного значения. Впереди жителей и гостей курорта ждет немало грандиозных и значимых фестивалей, форумов, выставок и спортивных турниров. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.